Это программа «День с толком». В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Достаем двойные листочки. Как в Алтайском крае отметили начало учебного года? В Барнауле гимнастка сорвалась с высоты. Прокурор Алтайского края поручил провести проверку. Барнаульцы жалуются на высокий спрос и безумные цены на аренду жилья. И начнем с главного события. У школьников и педагогов начался учебный год. Сегодня, в День знаний, новую школу открыли в Тальменке. Здесь есть все. Просторные классы, оборудованные по современным технологиям, несколько больших спортивных площадок и даже бесплатный Wi-Fi. Это уже доступно для более чем 500 учеников. На торжественном событии побывал и губернатор Виктор Томенко. Подробности у Юлии Щепиной. В новом учебном году в новые школьные двери. Так в поселке городского типа Тальменко не только ученики, но и учителя и родители встречают День знаний в новеньком здании школы. Ну, нравится то, что тут очень просторно, классы все красивые, светлые. А вообще любишь учиться? Да. Какие предметы больше нравятся? Русский, литература, математика, ИЗО. Столько лет ждали школу, прошло как 10 лет, с первого класса пообещали. Вот, наконец-таки, дождались. Ну, это прям вообще огромная школа, много места. Самое любимое, наверное, место будет столовая. Там можно посидеть, поговорить, уроки пропустить можно будет. Ну, а так-то все очень нравится. Торжественное построение, поднятие флага, праздничные пожелания, вокальные и хореографические номера. С этим значимым событием жителей поселка поздравил губернатор края Виктор Томенко. Новая школа здесь, в Тальменке, третья школа, это, конечно, предмет всей нашей гордости, не только района Тальменского, а всего, конечно, Алтайского края. Я очень рад в этой связи разделить сегодня с вами этот праздник, это счастье. Я убежден, что на многие-многие годы этой школе уготована счастливая судьба. И, конечно, ее ученикам. Чествовали и тех, кто впервые в своей жизни вошел в просторные учебные классы. Виктор Томенко проводил первоклассников в здание новой школы. В новой школе войдут 11-классники. Аплодисментами давайте поддержим. Кстати, это не просто школа для обучения. Это школа, наполненная техническим содержанием. Образовательный центр, где есть все для развития. Большая библиотека, два спортзала, актовый зал с костюмерными, просторная столовая. В кабинетах мультимедийная техника и современное оборудование. Вот таким образом это делается. Значит, все стойки опускаются. Дежурные движения не мешают. На базе кабинетов химии, биологии, физики, информатики открыли точку роста естественно-научного и технологического направления. Под впечатлением остались не только школьники, но и их родители. Учитывая то, что я тоже закончила третью школу, только, естественно, старое здание, событие очень значимое, школа отличная и замечательная. Мы стаж работы уже более 40 лет, но для меня каждый день, каждый год 1 сентября – это самый волнительный день. Встреча с учениками после лета, с родителями – это праздник. Новое здание со всеми условиями, комфортное, большие классы, все очень здорово. Добавим, школа рассчитана на 550 мест, и для жителей поселка Тальменко этот объект значимый и долгожданный. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, «День с толком». Торжественные линейки прошли сегодня и в вузах края. Например, студенты технического по традиции собрались на сковородке. Только первокурсников здесь 2000 человек, и почти все пришли на первую в жизни студенческую линейку. Их приветствовал руководящий состав вуза во главе с ректором Андреем Марковым. Вместе с солистами студии бального танца «Вернисаж» первокурсники исполнили вальс. Сегодня ребята также встретятся с деканами и преподавателями и поучаствуют в тренингах, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Школьные годы чудесные, однако далеко не все с радостью вспоминают этот первый жизненный опыт. Первые трудности, переживания, знания и, конечно, оценки. Что бы пожелали сами себе барнаульцы в школьные годы, об этом узнаем далее. Бодрости духа побольше и с удовольствием учиться. Я даже не знаю, наверное, учиться тоже побольше. Хотя мы айтишники. А я бы все повторила.
Мне нравились мои школьные годы. Мы жили полноценной, активной жизнью. Мне нравилось учиться. И сейчас, в принципе, нравится учиться. Поэтому, в принципе, все хорошо было. Поэтому пожелать особо и нечего. Не спать на парах и на уроках. Учиться математику особенно. Ну и домашние задания делать. Быть на чеку. На каком чеку? Внимательным, серьезным. Я бы посоветовала себе, наверное, не так переживать по поводу оценок. Биткоин купить? Я бы посоветовала себе не расстраиваться, верить в себя и не принимать все близко к сердцу, потому что потом это все кажется такой мелочью. Школьные годы, они были очень далеко на самом деле. В школьные годы я бы посоветовала себе не торопить жизнь и свои школьные годы на самом деле. Они очень быстро пролетели. И сейчас вот уже понимаю, что это было самое прекрасное время. Однушки по деньгам, как двушки. В Барнауле подскочили цены на долгосрочную аренду жилья. Теперь средняя стоимость месяца проживания в нормальной однокомнатной квартире начинается от 20 тысяч рублей. С чем связан такой рыночный взлет и будет ли падение? Об этом расскажет Данил Кузнецов. Добрый день. А квартиру на взлетную однушку еще сдаете? Уже 3 человека едут смотреть. Как так? Объявление же выставили буквально 15 минут назад. Ну, молодой человек, ну, успевать надо было. Ну, вот уже 3 человека. Не знаю, если не понравится, позвоните еще завтра, попробуйте. И это еще не предел. Обычно хорошая квартира с евроремонтом меньше, чем за 20 тысяч, уходит первому, кто дозвонился и приехал. Оно и понятно. В августе самый высокий сезон из-за наплыва студентов, поэтому предложение расходится быстро. Мы с девушкой нашли квартиру в новостройке. 18 тысяч, вода, свет. Когда уже договорились с хозяйкой, подъехали, уже было большое количество машин. Вот, и по случайности мы договорились с ней первые. Цена была уже 20 тысяч из-за большого наплыва желающих. А ведь за эти деньги можно было взять двухкомнатную квартиру примерно в такой же новостройке. Эти категории практически сравнялись, но ненадолго. Скоро и они подорожают. Причин увеличения цены несколько, начиная, конечно, от роста коммунальных платежей и заканчивая своеобразием рынка. Поскольку на рынок вышел объем вот этих квартир современных, соответственно, этот объем и подогнал цены. Понимаете, то есть друг другом тянутся люди, смотрят, сколько в соседнем доме сдается квартира, сколько в этом подъезде сдается квартира. Притом от места цена теперь почти не зависит. Виной тому активная застройка индустриального района. Благодаря ему часть населения переехала из центра. Стоимость может зависеть разве что от состояния дома. Хрущевка даже с хорошим ремонтом, скорее всего, будет дороже из-за отопления. Однако, по словам экспертов, сейчас квартиру лучше нигде не снимать и дождаться весны, когда все студенты разъедутся, а цены хоть немного, но снизятся. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Но сейчас вернемся в последний день лета. В Барнауле он выдался не самым простым. 31 августа произошло сразу несколько происшествий. Гимнастка сорвалась с высоты во время выступления. 17-летний строитель упал почти с 5 метров во время демонтажных работ. ЧП с акробаткой произошло на арене передвижного цирка «Шапито» в Барнауле. Девушка-гимнастка во время выполнения трюка упала с высоты. Пострадавшие оказали медицинскую помощь. Прокуратура сейчас изучает, насколько в цирке соблюдаются требования безопасности и охраны труда. Следователи ведут доследственную проверку. Следователи Следственного комитета выехали на место происшествия. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки следователям Следственного комитета предстоит установить все обстоятельства произошедшего. В этот же день 17-летний строитель упал с высоты во время демонтажных работ. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов. Подросток покачнулся на строительной конструкции и упал с высоты примерно 5 метров. По предварительным данным, юноша работал без страховки. В Следственном комитете сообщили, что пострадавшего госпитализировали. Идет проверка. С 1 сентября купить лекарства без рецепта будет невозможно. Такая информация еще летом вызвала бурю эмоций у россиян. Действительно ли лекарственные средства теперь можно будет приобрести исключительно по рецепту, мы узнали непосредственно от самих провизоров. Они рассказали, что действительно с 1 сентября вступило в силу положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.
С 1 сентября при отпуске лекарственных препаратов в чек будут вноситься данные рецепта. Это значит дата, серия и номер рецепта. Эти данные будут отправляться в систему вот мониторинга маркировки «Честный знак» государственную. Это коснется только препаратов предметно-количественного учета. То есть назову их группы. Эти, это наркотические препараты, психотропные списка 3 и сильнодействующие. Ну, из препаратов, так я просто для примера, например, феназепам, прикабалин, трамадол, сибазон, релиум, вот такого плана. Такие меры, по словам специалистов, усилят контроль за отпуском подобных препаратов. А чтобы купить остальные, тот же парацетамол, рецепт, разумеется, не потребуется. Кстати, в аптеках уже обновили программное обеспечение, и без данных о рецепте невозможно пробить чек. В связи с этим обслуживание таких покупателей будет производиться дольше. Цены для москвичей. О доступности отдыха на Алтае на днях дискутировали депутаты АКЗС. Ведь несмотря на то, что к нам едут со всей России, 70% отдыхающих – это представители соседних регионов и самого Алтайского края. Какими мерами можно сделать стоимость путевок более доступной и какой туризм сейчас развивается наиболее быстрыми темпами – об этом смотрите в нашем сюжете. Турпоток в Алтайском крае постепенно возвращается к доковидному рекорду в 2 миллиона 200 тысяч человек. За 7 месяцев регион уже успели посетить почти 1,5 миллиона, на 4% больше прошлогодних показателей. Притом более половины туристов приезжали повторно. И дело не только в том, что отдых за пределами России ограничен и обходится очень дорого, но и большими инвестиционными вложениями в регион. В текущем году предусмотрено практически 1 миллиард 300 миллионов рублей. Из них 671 – это средства федерального бюджета, чуть более 600 выделено из краевого бюджета, и 20 миллионов составили средства местного бюджета. И правда, это в 5 раз больше в сравнении с 2019 годом. Сейчас большинство средств идет на развитие инфраструктуры. Вслед за лучшими условиями растут и цены на оказываемые услуги, постепенно приближаясь к московским. Однако есть и другая статистика. До 70% гостей едут по-прежнему из соседних регионов, из самого Алтайского края. Платить по 100-150 тысяч жителей Алтайского края не могут, так как в крае очень низкие заработные платы. И это нужно исправлять. Наши санатории должны предоставлять скидку до 50% для жителей нашего региона, а взамен получать компенсацию с краевого бюджета. Однако, по словам Евгения Дешевых, проблем с ценовой политикой нет, так как край входит в двадцатку самых доступных для отдыха регионов. И это не предел, цели намечены. Развитие степного Алтая, горной Колывани, Салаира и горного Черыша. Последний, кстати, особенно зацепил депутатов. На территории села Черышского мы запроектировали строительство сырной деревни, так называемой. Вот. И вот в рамках программы «Агротуризм», насколько я понимаю, то есть это федеральное финансирование, то есть максимальный объем финансирования выделяется 10 миллионов рублей. Даже если сложить эти средства с районными, не хватает. Поэтому депутаты обратились за поддержкой к управлению по туризму с тем, чтобы сделать бюджет комбинированным. Евгений Дешевых идею поддержал и сказал, что рассмотрит все возможности. Кстати, в крае активно развивается не только агро, но и экотуризм. И для привлечения туристов, по нашему мнению, необходимо, первое, создавать современные гостиничные комплексы. Здесь отмечу положительную работу управления. Как уже звучало в выступлении, край получил самую большую субсидию на возведение модульных объектов размещения, почти 1 миллиард рублей. Андрей Абрамов считает, что необходимо также заниматься ремонтом дорог в некоторых не самых популярных рекреационных зонах. Представитель профильного управления согласился с предложением и добавил, что уже есть планы в течение ближайших 3 лет улучшить дорожное полотно между Солонечным и Республикой Алтай. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле на Ленинском проспекте обновили доску почета. В следующем сюжете узнаем, кто же удостоился этой чести. Эти люди каждый день трудятся на благо города, и теперь об этом будут знать все. Обновленную доску почета «Слава и гордость Барнаула» открыли в краевой столице на Ленинском проспекте. Накануне Дня города виновников торжества поздравили глава города и депутаты Барнаульской городской думы. Вы прославляете наш город, прославляете наш край и великую Россию. Здоровья всем крепкого, счастья, удачи, так держать,
Мы вами гордимся, дорожим нашими отношениями. Мы действительно видим, что год от года наш город становится красивее, уютнее и комфортнее. И, конечно же, это благодаря вашему труду, вашему неравнодушному отношению к своему делу, к тому месту, где мы живем, к нашему родному городу. Все они достигли высоких достижений в своей сфере. Всего на городскую доску почета занесены 24 жителя города. Это представители самых разных профессий. Директор, слесарь, токарь, водитель автобуса, спасатель, учитель. В городе я живу не так долго, всего лишь 30 лет, но такая награда, конечно, очень сильно взволновала, обрадовала и вдохновила на дальнейшую работу. Сегодня на доску почета занесен коллектив нашего Алтайского государственного педагогического университета, потому что в этом году нашему университету исполняется 90 лет. И мы являемся самым первым и самым долгоживущим университетом Алтайского края. Добавим, что также на доске почета можно увидеть 17 коллективов города. Это коллектив Союза пенсионеров России в Барнауле, спортивная школа «Победа», аграрный университет, классический вуз, проектный институт «Алтайкоммунпроект» и другие. Все они – лица города, благодаря которому Барнаул преображается с каждым годом. Ирина Корчагина, «День с толком». Сегодня в Краевом театре драмы премьера. Новый сезон труппа открывает спектаклем «Облако рай». Это не просто спектакль, а настоящий концерт с множеством шлягеров 90-х годов. Почему актеры поют именно эти песни, выясняли наши корреспонденты, которые побывали на спектакле. За час до выхода на сцену надо все проверить и еще раз отрепетировать самые важные моменты спектакля. Сезон драма открывает постановкой «Облако рай» по произведению Георгия Николаева. Режиссер постановки вдохновилась его повестью. Фильм Достеля «Облако рай» я смотрел очень давно, он произвел на меня большое впечатление, когда-то, уже лет, наверное, 10 назад. Вот потом я узнала про то, что существует повесть Георгия Николаева «Звездный час по местному времени», по которому снят фильм. Вот, прочитала ее, и она мне показалась вообще еще более сценичной. И мне показалось, что она сегодняшняя. Спектакль «Лирическая комедия» действительно перекликается с нашим временем. Действие происходит в 90-е, в непростой для всех период, когда большинство не знали, что будет завтра. Чтобы стать более заметным, среди серых будней местный житель Николай едет покорять большой город. Единственное, что там происходит, главное событие, это то, что один человек решил соврать просто на самом деле, для того, чтобы двинуть как-то жизнь вперед. Ну, просто делать нечего, в воскресенье, что делать. Вот. И просто соврал, что он уезжает. И из этого его вранья вырастает огромный поступок, потому что он приносит, на самом деле, себя в жертву этому городу, отправляется в путешествие, которого нет. То есть его никто нигде не ждет. Исполнитель роли Коли – актер Артем Казаков. Это его первая столь масштабная главная роль, говорит своего героя, он назвал бы интересным и странным. Это такой парнишка, который неустанно борется с его позицией в обществе. То есть если он видит, какое к нему отношение, он незамедлительно пытается это исправить. Он такой некий фонарик, который светит для всех. А здесь получается так, что ситуация оборачивается так, что светит не фонарик, а светит на фонарик. Туда ты зачем идешь? Куда? Ну, туда же, куда и я. Ну, надо. Если надо, значит надо. Тебе туда. А тебе куда? Куда надо. Чтобы подчеркнуть масштабный поступок Николая, который вырвался из этих самых серых будней, авторы спектакля использовали музыку. По сути, это спектакль-концерт. Актеры на всем его протяжении сами исполняют самые популярные песни того времени. Пахмутова, Антонов, Наутилус Помпилиус. Концерт простые люди организовали сами и посвятили его торжественному отъезду Николая из глубинки. Аранжировку музыки сделала одна из актрис театра. Открывать все секреты не будем. Премьерные показы спектакля «Облако рай» можно посмотреть также 2 и 3 сентября. Правда, лишь тем, кому уже исполнилось 16. Татьяна Голубева, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком. Ну а теперь немного о завтрашнем праздновании 293-го дня рождения Барнаула. С 10 до 14 часов на площади Сахарова пройдет спортивная программа «Барнаул – спортивный город чемпионов». На празднике можно будет сдать нормы ГТО, а также попробовать себя в роли скалолаза. В 10 часов утра на нулевом километре начнется фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем».
А на площади Советов в это же время начнет работу фестиваль фермерской еды «Свое». В 11 часов на улице Молотобольской заработает выставка «Барнаул туристский» и фестиваль еды «Вкусно и полезно». В 17:00 возле Старого базара пройдет региональный турнир по смешанному единоборству. С 14 до 17 часов на площади Сахарова концертная программа от культурного центра ГУМВД России по Алтайскому краю и выступят молодежные коллективы города. В 17:00 на площади Сахарова начнется фестиваль «Русское лето за Россию». А в 22 часа здесь же состоится праздничный фейерверк. Впрочем, он пройдет и на площадках в районах Барнаула. К слову, в районах пройдут и другие праздничные мероприятия. Всего в день города их будет свыше 120. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных.